Кондоминиум – это форма собственности на недвижимость, при которой помещение находится в индивидуальной, раздельной собственности граждан, юридических лиц, государства, а общее имущество и земельный участок к нему принадлежит им на праве общей долевой собственности. Актуальность регистрации данной формы собственности обусловлена в первую очередь готовностью и желанием граждан не зависеть от внешних обстоятельств и следить за своим объектом недвижимости самостоятельно. До регистрации объекта кондоминиума сделки с общим имуществом не приобретают юридической силы, за исключением случаев, когда сделка с долей в общей собственности считается совершенной при совершении сделки с имуществом, находящимся в индивидуальной раздельной собственности. Объект кондоминиума должен быть зарегистрирован как единый комплекс в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Порядок. Регистрация объекта кондоминиума осуществляется по заявлению участника кондоминиума или уполномоченного представителя собственников. При регистрации объекта кондоминиума определяются состав общего имущества и размер доли правообладателей каждого помещения в общей собственности. В течение 15 рабочих дней со дня образования орган управления объектов кондоминиума обязан выполнить функции, связанные с регистрацией объекта кондоминиума. Обратиться в филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» со списком необходимых документов. Письменное заявление. Технический паспорт самого объекта с указанием площади каждого вторичного объекта, правоустанавливающие и идентификационные документы на земельный участок, размеры долей в общем имуществе, определенных в определенном порядке. Документы, подтверждающие личность и полномочия представителя участников кондоминиума.